Капитальный ремонт орловских многоэтажек стал главной темой прошедшего совещания городских властей. Что касается краткосрочного плана ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, то на его реализацию предусмотрено без малого 30 миллионов. В план также включены три многоэтажки. Речь идет о 27-м доме по улице Максима Горького, 4-м доме по улице Тургенева и 62-м по улице Октябрьской. Капремонт этого жилья планируют закончить в течение ближайших 2 месяцев. Согласно договору подряда, срок окончания выполнения работ по дому, значит, Максима Горького 27, 11 октября, по Тургенева 4, 1 ноября, по Октябрьской 62, 30 октября. Ответственность за строительство и качество всех работ будет нести Управление капитального строительства города Орла. Рекомендацией со стороны властей стало усиление контроля за сроками выполнения всех ремонтных работ.